слышно меня, не видно меня, шатается. Всем привет! Всем привет! Я сегодня хотела поехать на Соловки, хотела купить свою ту хотелку, которую я в прошлый раз засняла, показывала. Но так как я сама себе режиссер, моя подружка пришла, помощница, так как я сама себе режиссер, я благополучно проспала. Встала, пока сделала все свои дела, решила, что я никуда не еду. Потом я подумала, что я не хочу, чтобы пропадал день. Мне нужно сходить на рынок за продуктами. Ну, что ты тут хотела? Я пошла за продуктами. Естественно, рядом у меня на обжоре секонд-хенд наверху, на втором этаже. Я потом решила туда зайти посмотреть. Зашла туда. Очень удачно. Кое-что поснимала, будет видео. Лыкусечка, ну прости, дорогая. Встретила свою подписчицу, мне было очень приятно, она меня узнала, подошла ко мне, мы поболтали, побродили по этому секонд-хенду, решили поехать на Гурсад, поснимали на Гурсаде маленько, она мне показала еще один секонд-хенд, который я не видела, который фиксированная цена за единицу есть и есть на вес, и все, то есть, ну, вот, допустим, платки 200 рублей, там, я не знаю, штаны 500 рублей, ну, к примеру. То есть вот такая за единицу фиксированная цена. Сегодня там были очень хорошие скидки. Скоро там будет шок-цена на следующей неделе. Но и даже сегодня без шок-цены посмотрите, что я себе купила. 2 метра ткани 80-сантиметровой ширины. Это просто отрез. Это никакое не БУ, естественно. И вот, я надеюсь, будет видно цена. Если кому не видно, 22 рубля. В общем, 23 рубля я отдала. Вот так мне повезло. А на рынок я зашла. Хотела посмотреть сетку-серпянку. Я видела там у девочек на ютубе для уплотнения сумок, для уплотнения кошелечков, косметичек. Ну, я не захотела 170 рублей тратить, да, за 20 метров. Я решила, или я пойду на оптовый прогуляюсь, здесь у меня рядом, там есть строительные. То есть это будет, может быть, 120 рублей за 20 метров. Ну, потому как 20 метров мне не нужно, мне бы метров 5, никто так не продает. Метров 5 для пробы, может, я не захочу дальше заниматься этими обложками там всякими. Ну, у меня такое, может быть, временное это. Ну и решила, ладно, пойду погуляю. Потом зашла в рукодельный отдел, я там, по-моему, немножко поснимала, тоже будет видео. Я купила себе, ну, метр для пробы. Ну, это, естественно, не серпянка, это такая... Я думала, это типа органзы, это такая тонкая, тонкая пластиковая такая сеточка. Но она мне подойдет для красоты тоже на обложечке. Купила метр, получила массу удовольствия. Вместо органзы. У меня много органзы, но она желтенькая и коричневенькая. А хочется еще какой-нибудь цвет. Ну вот я купила. Поэтому есть у меня теперь чем опять заниматься. А на тканюшку мне нужно придумать, что шить. И, а сейчас я буду, там у меня тоже будет видео, я делала коврик. Кусочки, которые не ситит. Ситит, конечно, проще утилизировать, потому что его на кухонные всякие нужды можно. Там прихваточки всякие делать. А когда ткань идет разнокалиберная, там шерсть, полушерсть, шелк, полушелк, как говорится, и какая-нибудь пластмассовая синтетика стеклянная. А мне, оказывается, нужен коврик на балкон, и вот таких 18 нужно. Ну, они уже практически все готовы, мне осталось чуть-чуть доделать. Ну, это один из них, 18 вот такого размера, и потом между ними еще буду ложить полосочки. Но на полосочке у меня есть рубашечки мужские, и я буду их туда ставить. Промежутка. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте вежливые. Милости прошу, очень жду, всех люблю, обнимаю и целую. Всем пока!